О событиях среды 28 сентября в Казахстане в студии КАПЛЮС Алексей Рыблов. Здравствуйте. В колонии города Балхаш от побоев скончался заключенный, утверждает правозащитник Курамшин. А МВД назвал официальную причину недавнего бунта в тюрьме Долинки. Депутат Бекболат Тлеухан намерен подать в суд на главу агентства по религии Лама-Шарифа за приравнивание мажилисмена к людям, исповедующим нетрадиционный ислам. 114-й день рождения писателя Мухтара Уэзова в Алматы презентовали неизвестные ранее труды классика. Учреждение АК-159/21 города Балхаш погиб заключенный Арман Капаров. Как утверждает общественный защитник Вадим Курамшин, смерть осужденного наступила в результате побоища, которое устроила в колонии группа силовиков во главе с начальником областного УИС полковником Ахметовым. Сам полковник заявил, что погибший покончил жизнь самоубийством. По данным же Курамшина, 38-летний Арман Капаров был избит накануне вечером, так же, как и другие заключенные. Капаров был осужден на 6 лет, половину срока уже отсидел. В последнее время находился в тюремной больнице из-за плохого самочувствия. По словам замначальника ДУИС Карагандинской области, свести счеты с жизнью заключенного заставило письмо от родных, в котором они отказались от него. Физическое состояние никак не могло повлиять на этот поступок, утверждает Любовь Карташова. Данный человек состоял у нас на диспансерном учете с псориазом. И он только что недавно приехал. Этот псориаз у него с детства. Он недавно приехал из соматической республиканской больницы, где он находился почти 2 месяца. Состояние его было удовлетворительным, и псориаз никоим образом не влияет на те поступки, которые он совершил. И получил письмо от родственников, что они отказываются от него. Конечно, он среагировал, то есть состояние аффекта. Сегодня стала известна официальная причина бунта в колонии поселка Долинка. Как сообщил официальный представитель МВД, один из осужденных во время обысков напал на замначальника учреждения. Это и стало причиной для применения в отношении заключенных спецсредств. Всего, по версии профильного ведомства, пострадало около 30 человек. Сами же родственники осужденных уверяют, цифра в 2 раза больше. А люди за решеткой запуганы руководством колонии и готовы пойти на крайние меры. Сами напросились. В МВД сегодня заявили, в бунте колонии Долинки, произошедшем 5 дней назад, вины силовиков нет. Более того, солдаты сами чуть не стали жертвами заключенных. Один из них во время обысков нанес легкое ранение замначальнику учреждения. Это вынудило применить в ответ спецсредства, говорит официальный представитель ведомства. 2 человека помещено в штрафной изолятор. В дальнейшем для дестабилизации обстановки в учреждении часть отрицательно настроенных осужденных нанесли себе телесные повреждения, поверхностные надрезы по коже, на животе. Им своевременно оказана медицинская помощь. По версии МВД, жертвами бунта стало около 30 заключенных. Их защитник Вадим Курамшин это опровергает. Пострадавших в 2 раза больше. А наносить себе увечья колонисты были вынуждены. Это распространенный способ протестовать против жестокого обращения в казахстанских тюрьмах. Это очередная гнусная ложь полицейских, поскольку контингент осужденных пребывает в таком сейчас страхе. Они выполняют беспрекословно все требования. Главная их цель – это сейчас ввести тюремное население в всеобъемлющий страх. Накануне отчаявшиеся матери пытались взять штурмом Долинскую колонию. Тщетно. Руководство тюрьмы так и не разрешило родственникам свиданий с заключенными. В отсутствии нормального диалога женщины предпочитают верить неофициальным пресс-релизам, а предсмертным письмам детей. Приехал ОМОН. Выгнали на улицу раздетых, в одних только обувь отдали, а так они были в одних трусах. И стояли 7 часов на улице под дождем. Пятницу, субботу вот это. После этого они стали избивать наших детей. Дети не выдерживали эти побои, они стали вскрывать себе животы. Сегодня в МВД уверили, состояние здоровья заключенных, порезавших себя, удовлетворительное. А вместе с тем, практически во всех исправительных учреждениях страны уже наведен порядок. Иван Тулинов, Талап Жакупов, Астана, Казахстан. Родные осужденных требуют вернуть КУИС в ведение Минюста и снять с должности начальников сразу нескольких колоний. С такими заявлениями больше 10 человек приехали в столицу в центральный аппарат партии «Нур-Отан». Женщины уверяли, что их мужей и сыновей жестоко избивают и применяют к ним пытки. Медицинская помощь не оказывается, есть даже жертвы, заявила супруга одного из якобы избитых осужденных Галина Бегалаева. По ее словам, только в одной колонии в Балхаше в знак протеста порезали себе животы больше 100 человек. Раньше их так не били.
Был, такого беспредела не было. Сейчас начался беспредел. Их стали просто бить. У нас зэки никогда так не вскрывались. Такого никогда не было, чтобы они вскрывались. Как так можно? Полностью вот так вот вскрываются, кишки вылазят, они эти кишки просто ногой запинывают и зашивают, как свиней. Родных осужденных правящей партии приняли. На встречу к ним вышел руководитель общественной приемной Жумажан Жукенов. Он взял обращение и предостерег женщин от крайних мер в стенах Нур-Отана. Визитеры, в свою очередь, пригрозили нанести себе увечья, если их требования не будут приняты во внимание. Успокоив собравшихся, Жукенов заверил, что будет ходатайствовать о скорейшем решении их вопроса. Ваше вот это обращение, мы сразу сейчас займемся работой. Я это обещаю вам, как заведующий общественной приемной. Но вот таким образом нельзя, говорит. Мы должны уважать друг друга. Мы должны уважать сегодня закон, который сегодня в нашей стране. Вслед за общественниками против главного религиоведа страны Кайрата Ламашарифа ополчились отечественные парламентарии, точнее отдельные из них, кто яростно выступает против религиозных поправок. В частности, мажилисмен Бекбулат Тлеухан. Правда, претензии его носят больше личностный характер. Депутат обиделся на высказывание главы госведомства по делам религии, в которых он косвенно причислил музыканта и мажилисмена к представителям нетрадиционного ислама. Понятие намаза мы толкуем по мазгабу ханафитского. У депутата Тлеухана другие взгляды, поэтому есть и другие взгляды, поэтому мы не считаем, что толкование депутата Тлеухана соответствует нашим традициям и обычаям наших предков. Эти высказывания недельной давности главного теолога страны могут спровоцировать судебный скандал. Депутат Бекбулат Тлеухан намерен подать в суд на Кайрата Ламашарифа. Мажилисмен уверяет, что он исповедует традиционный ислам и ничего общего не имеет с другими течениями. Если хотите знать, я каком пути нахожусь, спросите у муфтяти, у муллы. Имамов спросить надо. Они на это... Фактически не может отвечать Кайрат Ламашариф. А Кайрат Ламашариф за свое обвинение будет отвечать перед судом. Тем более он находится в политической должности. Он, прежде чем чего-нибудь сказать, он должен взвесить. Спор мажилисмена Тлеухана с главой госагентства по делам религии Ламашарифом разгорелся в стенах парламента в ходе обсуждения резонансных поправок в религиозное законодательство. В пылу гнева оппоненты переходили на личностные обвинения, соревнуясь при этом в знании истории и канонов ислама. Ламашариф демонстрировал свои знания как знаток, арабист и автор книг о Коране, его противник как практикующий мусульманин. За последнего сегодня заступились коллеги по депутатскому цеху. Ортамыздағы әріптесіміз Бекбулат Тлеуханға. Бекбулат Тлеухан придерживается определенного религиозного течения, как мусульманин. И мы прекрасно знаем нашего коллегу, как человека, который всегда возвышал культуру нашего народа. Теперь речь идет о религии. И сегодня же мажилисмены потребовали от Ламашарифа извиниться перед верующими Казахстана за карательные, по их мнению, поправки в законодательство, которые, к слову, сами же недели раньше одобрили едва ли не всей палатой. Но такое поведение представителей однопартийного парламента никого уже, похоже, не удивляет. Асия Ахат, Чингис Шагал, Астана, Казахстан. Шестое по счету письмо к президенту принесла к стенам его резиденции алматинка Ольга Уразбекова. Искать помощи больше не у кого, жалуются женщинам. Единственное жилье было отобрано обманным путем, а все судебные инстанции этот факт не признали. Однако отдать обращение оказалось некому. Сотрудники правоохранительных органов попросили общественницу подождать до обеда или обратиться в канцелярию в другой день. Первую петицию к Нурсултану Назарбаеву с просьбой о помощи женщина написала в 2002 году. Рассказывает, ей тогда предложили обменять квартиру в центре Алматы на дом в Карасайском районе. Во время переезда бывшие владельцы неожиданно обвинили Уразбекову в мошенничестве и отказались подписывать акт купли-продажи. С тех пор семья из 8 человек уже 9 лет живет в чужом доме. После инцидента алматинка обращалась за помощью в разные международные правозащитные организации, прокуратуру и суды. Однако ситуация не изменилась. Я не знаю, как писать господину Назарбаеву, почему он такой глухой человек. Я хочу, чтобы он меня принял. Пусть он видит мои слезы. Мне не стыдно. Я плакала перед консулом России, потому что меня как собаку в Казахстане унизили и продолжают унижать. Извините, ради бога. Общественное движение «Оставим народу жилье» продолжает разоблачать компанию БТА «Ипотека». Сегодня они представили очередных обманутых заемщиков. По словам Нуржана Акылбаева, банк требует с его сестры долг почти 75 тысяч долларов за квартиру, с которой алматинка съехала 3 года назад. Такая ситуация не единичная в нашем родном государстве.
признавает, что неплатежеспособны, оставляет жилье. В конечном итоге через 3 года, опять же, оказываемся, должны уже 11 миллионов. Вот такая вот ситуация на сегодняшний день. Данный случай не единичен, говорят представители общественного движения «Оставим народу жилье». Они полагают, ситуация с ипотечниками, которые оказываются в Кабале, должна измениться после заявления президента Нурсултана Назарбаева на 66-й ассамблее ООН. Он предупредил о второй волне экономического кризиса, и значит, ипотечные организации, убеждены активисты ОНЖ, могли бы пойти навстречу своим заемщикам. Участники пресс-конференции просят банки не подавать на казахстанцев в суд, а дать им возможность потихоньку выплачивать кредиты в период действия договоров. Данное предложение ОНЖ планирует озвучить завтра на очередном судебном заседании в Алматы. Напомню, бытовая ипотека недовольна выступлениями общественников в прессе по нескольким фактам выселения и подала на членов ОНЖ иск о нанесении урона репутации. Жители Западно-Казахстанской области, пострадавшие от наводнения в апреле этого года, недовольны распределением средств, направленных на ликвидацию последствий паводков. Сегодня делегация из Уральска дала пресс-конференцию в Алматы, чтобы рассказать, как расходуются деньги, выделенные им, и потребовать создания правительственной комиссии по расследованию нарушений. Напомню, в апреле этого года обильными паводками была подтоплена часть областного центра Западно-Казахстанской области. По официальной версии, причиной ЧП стало таяние снегов и сильные осадки. В общей сложности от стихии пострадало больше 1500 домов. 14 сентября в зонах затопления побывал Нурсултан Назарбаев. Местные чиновники продемонстрировали главе государства новенькие дома, возведенные для жертв катаклизма. Елбасы остался доволен увиденным. Однако, как выяснилось, жить в этих домах большинство пострадавших не хочет. Люди уверяют, возведенные здания непригодны для жилья. Не дождались помощи и некоторые предприниматели, фактически лишившиеся бизнеса из-за природного катаклизма. 7 крестьянских хозяйств пострадало, а ущерб оценен 113 миллионов тенге. Но реально эта помощь до нас ни до кому не дошла, ни одному крестьянскому хозяйству. Сейчас мы уже получаем ответы, что помощь не будет оказана вам, потому что нет правовой базы. Сейчас в Уральске продолжается судебный процесс по факту наводнения. Одним из участников является бывший механик Чаганского гидроузла Геннадий Фазеев. Он заявлял о том, что гидросооружения давно уже пришли в негодность, и именно это привело к печальным последствиям весной. Местные власти тогда обвинили эксперта в некомпетентности. Сегодня в телефонном интервью пенсионер выдвинул новую точку зрения на природу случившегося ЧП. Правда, никакими данными и выводами экспертов эту версию он не подкрепляет. Специально затопило. Нас всегда подтапливал чуть-чуть Урал. Где-то 9, 10, 11 мая. 3 дня. Если, значит, эти 3 дня Урал не затапливал, и спокойненько женишься. В Варшаве, где проходит конференция ОБСЕ по человеческому измерению, сегодня прошел пикет в поддержку осужденных правозащитника Евгения Жовтиса, юриста Натальи Соколовой и бастующих нефтяников Мангыстау. Активисты вышли с плакатами ко входу гостиницы, в которой проходит ежегодное совещание организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На самом же форуме накануне говорили о свободе слова. Традиционно этому вопросу была посвящена целая сессия. Казахстанские медиазащитники акцентировали внимание на новом законопроекте о телерадиовещании, который в этом году планируется принять в Казахстане. Глава Фонда защиты свободы слова «Адель СОС» Тамара Калеева остановилась на ряде пунктов, которые, по мнению общественников, только усугубят ситуацию со свободой слова в стране. Это, в частности, получение лицензии региональными телеканалами, обязательная регистрация иностранных СМИ на территории республики, а также прием иностранных телеканалов посредством спутникового оборудования. Парировал Калеева вице-министр связи и информации, заверяя, что все эти нормы не так страшны, как кажутся. Местным исполнительным властям, так же, как и представительным, предоставляется право определять размещение этих тарелок в свете интересов благоустройства населенного пункта. Что такое интересы благоустройства? Что такое наша местная исполнительная и представительная власть? Мы знаем, то есть там высокой компетенции и учета интересов населения ждать не приходится. Если у представителей властей не будет никаких оснований эти тарелки убирать, то этого и не будет. А такие основания могут возникнуть только в экстренных ситуациях. То есть если эта тарелка действительно не сертифицирована, если эта тарелка, предположим, 8 метров каких-то там в объеме, а дом маленький, предположим, и так далее, не более того. Что касается завоза сертифицированного оборудования, то это вполне нормальная цивилизованная норма. И она причем не распространяется на то оборудование, которое уже было
и сейчас установлен. То есть те владельцы тарелок, которые сейчас ими обладают, они вообще к этой норме никакого отношения иметь не будут. Речь идет только о тех тарелках, которые будут возиться заново. И, кстати, если бы эта норма действовала уже сейчас, то вот той проблемы с тарелкой у Стана ТВ, о которой мы сегодня слышали, не было бы просто, потому что такой претензии просто предъявить бы, ну, не, были бы не вправе органы никакие. О необоснованности претензий СЭС к приемопередающим спутниковым тарелкам видеопортала «Стан.кз», деятельность офисов которого в судебном порядке приостановлена из-за якобы вредности этих тарелок, рассказали директор производственной студии Баужан Мусиров и юрист Сергей Уткин. Ответ в Варшаве держал представитель казахстанской генеральной прокуратуры. Он согласился с решением суда, но предположил, что, возможно, действительно виноват-то собственник контент, то есть провайдер. Все провайдеры, абсолютно все, которые предоставляют услугу в IMAX в Казахстане, эти коробочки тысячами завозят и устанавливают. И только в единственной редакции телеканала «Стан» ее признали какой-то там незаконной. И причем обвинили во всем саму редакцию телеканала, когда за эту коробочку несет ответственность провайдер. При отсутствии технического сертификата, на самом деле, никто не знает, что там внутри, что оно излучает, в IMAX это или что-то другое. Если речь идет о какой-то широко распространенной в Казахстане вещи, то я не понимаю, во-первых, какая проблема этот сертификат достать от производителя и его показать а органам санэпидемслужбы. Второй вопрос заключается в том, что если у вас договорные отношения с провайдером, то, наверное, в этой ситуации виноват провайдер, поскольку вы утверждаете, что это его собственность. Оппозиционеры и политики считают судебные иски против компании «Стан.кз» и «НМ-Стан» политическим заказом сверху. По мнению экс-сенатора Улихана Кайсарова, действия проверяющих служб и суда можно расценивать как давление на свободу слова. Впрочем, для таких целей государство применяет огромный арсенал средств. Этот прецедент, по мнению Кайсарова, не стоит считать одной из мер устрашения всех СМИ, вещающих в пространстве Казахстана. Другой не менее известный политик тоже уверен, что дестабилизация работы видеопортала «Стан.кз» и агентства «НМ-Стан» напрямую связана с заданием власти. На фоне жесткой цензуры в отечественных СМИ высшим чинам не угодно независимая политика медиаресурса, считает Серикбай Алибаев. Руководитель филиала партии «Азат» в Астане связывает давление на свободомыслие с освещением забастовок нефтяников на западе страны. 99% других средств массовой информации, которые работают на соответствующий режим, они все злостно нарушают законодательство. В таком случае можно, допустим, предъявить им ненормированный рабочий день, допустим, у сотрудников, которые до 3-4 часов ночи работают на телестудии. Долгосрочные. Вот. Неизвестные труды Мухтара Уэзова презентованы сегодня в Алматы в день рождения классика. Это 50-томное полное собрание сочинений писателя. Произведения собирались в течение 15 лет. Тираж собрания всего 2000 экземпляров. Инициатором идеи выступило правительство еще в 1997 году, в канун столетия со дня рождения Уэзова. В поисках новых произведений исследователи объехали многие города: Санкт-Петербург, Омск, Бишкек и Москву. В итоге были найдены сценарии для пьес и фильмов, путевые заметки и письма, о существовании которых ученые раньше не подозревали. Кроме того, предполагается, что у Мухтара Уэзова есть еще один роман. Эксперты сделали такой вывод, обнаружив договор Уэзова с издателем, согласно которому писатель получил гонорар за выполненную работу. Сейчас ведутся поиски этой рукописи. Когда мы искали, мы даже были приятные сюрпризы, что мы обнаружили те произведения, которые мы даже не знали о них. Это вот, допустим, в Москве нашли киносценарий «Три желания», три варианта. Он написал этот киносценарий, но фильм не был поставлен. Объявить 2 октября памятной даты днем казахстанской космонавтики, а первому казахстанскому космонавту Тохтарову Бакирову установить бюст, призывают общественность президента страны. С таким обращением политики, общественные деятели, писатели и журналисты. Всего свыше 40 подписей написали елбасы. Авторы напоминают, что 2 октября 2011 года исполнится 20 лет с того дня, как заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза Тохтаров Бакиров стал первым представителем казахского народа, побывавшим в космическом пространстве. За этот подвиг он был удостоен звания Халык Кахарманы. Ранее сенатор Гани Касымов выступал за объявление 2 октября днем космонавтики Казахстана. Глава Казкосмоса тогда Талгат Мусабаев не поддержал идею. Полагаем необходимым в соответствии с давними традициями установить на родине его бюст, а также воздвигнуть в Астане монумент в честь казахстанской космонавтики, создать соответствующий музей, собрав в нем все реликвии, связанные с космической тематикой. Наконец, мы считаем целесообразным объявить 2 октября памятной датой, днем казахстанской космонавтики. Для того, чтобы преклониться перед всеми героями космоса, у нас есть замечательные поводы из нашего собственного прошлого, говорится в открытом письме.
И это была последняя информация выпуска. До встречи. We'll be right back.